Вот, в общем, видео для тех, кто говорит, что у него хороший катализатор, и ему не надо его удалять. Это вот катализатор от Hyundai Getz автомобиля. Видите, он хороший якобы. То есть, если вывернуть лямбда-зонд, вот сюда посмотреть, сеточка, все огонь. Его как бы не надо менять. Но тут произошла такая вот херня, короче. Вот. Хоп. Ловкость рук и никакого мошенничества. Вот тут вот все оплавлено. Так что, посмотрев вот сюда вот, не обольщайтесь, что у вас катализатор в хорошем состоянии. Удаляйте его как можно быстрее, и я вам перепрошью машину на Евро-2.